все, приняла решение, куда какие закладывать. Значит, вот эти вот 10 я заложу под квочку. Ей это брала самые красивые, самые хорошенькие. Надеюсь, не подведет квочечка. И в инкубатор положу вот эти вот. Это для эксперимента, посоветовали в комментариях. Ну, пускай будет, попробовать можно. Так, с парафином. И 3 оливковых. Ну, эти тоже так просто за компанию. Пусть будут. Первые несколько дней яйцам нужна температура теплее, поэтому я их докладываю в самый теплый угол. Температура у меня по краям немножко выше, чем по центру в инкубаторе. Поэтому им достается это место. Потом могу их переложить. Первым делом хочу заложить яйца под квочечку, чтобы было время проверить, как она сидит. Так. Я тебе такую ценность доверяю. Один раз эта квочечка выводила уже малышей. Надеюсь, в этот раз тоже будет все хорошо. Смотри, какую красоту я тебе привезла. Далматиночка. Мячик сейчас заберем у тебя. Вот. Вот такие мараньи. Какие пятна. Обалденные. Так, давай. Ой. Мячик. Не нужен тебе больше. Так, я думаю, 10 штучек тебе будет таких крупных предостаточно. Так, все. Поздравляю. Вы квочка официально. Вас тоже поздравляю. Да. И вот эта квочечка тоже сидит. Значит, скорее всего, ей тоже сейчас положу яйца. Сейчас тебе что-нибудь насобираю. Шелковых тебе дадим. Вот у меня есть как раз 14 штучек. Здесь есть я далматинок. И немножко еще от других курочек. Значит, что я решила ей яйца заложить? То есть она решила стать квочкой. Яйца она больше не несет. И нестись она не будет минимум недель две, а может даже и три, если ее отсадить в какую-то другую клетку, чтобы стресс создать. Вот. А если она будет высиживать, то она нестись не будет 3 недели и еще потом 2 недели. То есть как бы разница 3 недели и 5 недель. Ну, как бы небольшая разница совсем получается, поэтому... В принципе, можно и заложить ей. Инкубатор занят, яйца есть свободные. Почему бы и нет? А ну-ка, давай посмотрим, как это тебе количество. Нормально. Я думаю, нормально. Единственное, что это молоденькая курочка, она ни разу еще не сидела. Непроверенная. Вот так красивенько. Красивенько уселась девчоночка. Петушка заберу отсюда, чтобы он не мешал ей. Да, будешь квочечкой. Все, у тебя будут отдельные апартаменты. Работай, старайся. Цыплятки подросли. Живут уже без пеленки. Да, уже как взрослые. И сегодня поедет в новый дом у нас несколько цыпиков. Так, кто же у нас поедет? Попрятались. Поедут 2 беленьких. Так, один есть. И вот 2 беленькие. И поедут у нас 2 голубеньких. Любые, в принципе. Коробки маленькой не нашлось, поэтому получились такие пироженки.
Так, вот дырочка для воздуха. Красавчики. Удачи в новом доме.